Будет после смерти, Татьяна Владимировна? Ой, я думаю, расплачиваться будем довольно долго. Думаю, так. Вот чего точно не будет, это не будет пустоты. Не будет ничего. Мне, кстати, задают вопросы, вот коварные. Вы любите коварные вопросы задавать? Как же так, Татьяна Владимировна, вы вот ученый, а все-таки говорите, что вы верующий человек? Ну, к счастью, вы этого вопроса не задали. Он в никуда, этот вопрос, потому что это не конкурирующие вещи. Они не конкуренты. А на каких-то высотах разницы нет? Так не, ну, это наши вот это муравьишки, мы там ходим, да. И нам кажется, что это вот так устроено. Ну так. Спасибо, Татьяна Владимировна. Все, записали. Спасибо. Спасибо. И вам.